Я не слабый человек. И лежа в спальне, я не буду по этому поводу пускать слюни. На это поражение я смотрю как на хороший урок. Изучу бой. Сам приведу себя в порядок. Никто не сделает это за меня. Я не могу ни на кого полагаться и ждать, что кто-то закинет меня на плечо. Поэтому я не закрою лицо руками и не буду плакать всю ночь. Подниму себя, посмотрю в зеркало и скажу: я смогу. Подниму боевой дух. Поэтому я хочу вернуться к тренировкам, к составлению планов. А тренировки у нас офигенные. Типа, если бы это был конец карьеры, я был бы более эмоционален. Но я себе доверяю. Победа, поражение, все идет своим чередом. Знаешь, не просто так говорят. Если хочешь стать великим боксером, не дерись с левшами. Тем более с хорошими. Усик хороший боец, а левши, с ними всегда проблемы. С ними легко не бывает. Дерись я с правшой, я бы его наверняка нокаутировал. И неважно, кем бы он был. Но также я понимаю, что этот опыт, он неоценим. И в реванше это поможет мне. Во многом. Война, через которую мы сегодня прошли, очень сильно поможет мне. Побить меня сильнее Усик не сможет. Я выйду на бой с положительным настроем, имея за плечами опыт и прекрасную подготовку. Я вырасту. Все неплохо.